И с вами снова я, Светлана Ата, друзья мои. Вот сижу и думаю, чем бы вас удивить, что бы вам показать, что бы заснять. И вот выглянула в окно, думаю, покажу вам парк. Сказочный называется. И вот сейчас у нас 7 часов вечера. Смотрите, сколько в нем людей. Бассейны наполнили воду. Детки играют. Вот такой вот у нас большой парк. Вот такой вот у нас большой. Вид из моего окна. Продолжение, часть вторая. Это базар. В понедельник он будет работать. И дети здесь в этом дворе, в парке, до 12 часов веселятся. Играют. А вон там, смотрите, отдыхают люди, постелили коврик такой, и весь день они здесь проводят, кушают, пьют, детки гуляют. Вообще такой у нас тихий район, спокойный, спальня называется. Здесь после 9 часов, как стемнеет, тишина, ни машин, ни звук машин, ничего не увидишь. А там вот у нас джами, мечеть. Видите? И вот по вот этой вот аллее, и если выйти прямо, здесь сейчас маршрутка едет, вот туда вот прямо очень самый короткий путь к морю. Ну, немного попозже я хочу прогуляться и показать вам ночной, вечерний такой красивый наш Мерсин. Небо в пути. Мои хорошие, а это вид с другого балкона. Вот такой у нас двор. Соседи все на балконе. Знаете, что я снимаю так, как папарацци, потому что многим не нравится. Смотрите, сидят на балконе. Сейчас вот через час мой муж немножко пораньше кушает. Я так на диете, на молочную. Молочный день у меня сегодня. Значит, я что кушала? Йогурт с абрикосками, столовую ложку меда. И вот я целый день на этом. Так кушать хочется. Еще посмотрела видео про шашлык, про мангал. Слюнками обтеклась, и ну что делать. Так что вот немного спустя мы пойдем гулять. Сегодня я сделала себе маникюр и педикюр. Так как я не профессионал, а любитель, и поэтому потратила на это все 3 часа. Подобрала такой дизайн, сама придумала, потому что летний вариант и разные цветочки там. И подо все подойдет такой вот. Вот смотрите, чем я занимаюсь еще в свободное время. Мой муж любит очень программу про животных, весь день смотрит. Так, друзья мои, знаете, что хочу вам рассказать? Вы помните, в одном из роликов я рассказывала, как я пересаживала диффенбахию. И она не росла у меня больше года. Лист не распускался. Все листочки испортились, а он не распускался. Так вот, посмотрите, я могу похвастаться. Появился новый листочек, а этот паразит так и остался. Я уже хочу его раскрыть, помочь ему раскрыться. Ну, а этот лист моя внучка постаралась, оборвала его. И вот мое дерево счастья. Смотрите, как распускается красота. А здесь у меня, помните, было авокадо росло рядом. И мне сказали, что нужно его было пересадить в другой горшок. Он не испортился, что-то вот листики осыпались. Покажу сейчас. Так вот, авокадо я пересадила сюда. И как пересадила, листики осыпались, и не знаю, пока стоит на месте. А это, знаете что, это мой муж один раз пришел с базара и принес вот такую траву, маленький был пакетик, ее применяют как не и сем солебана семизот, семизот, я не знаю, как он на русский переводится, но ее добавляют в салаты.
смотрите, такие листы у нее. Добавляет эту траву в салаты, делают супы. И он принес мне с корнями. Влажная газета была, обернутый корм. И вот он принес. И знаете, что я сделала? У меня горшок был пустой. Я решила посадить ее. И посмотрите, какая она выросла у меня. Вот кустарник такой. И когда мне нужно для салатиков, я раз, оторву пару листочков и салатик. Вот пытаюсь что-то сделать, но не получается. В одном из роликов, помните, я вам показывала, как я из семян решила посадить клубнику. Вот сколько времени прошло? Наверное, месяц. Так у меня вот, посмотрите, какие результаты. Я так стараюсь, смотрю, и у меня что-то вроде бы вот один появился. Я не знаю, это клубника или что. Остальное ничего. И вот вторая у меня тоже. Здесь тоже все мертво. Был один какой-то пророс, но потом испортился. В общем, не получается у меня клубнику высаживать в домашних условиях, растить. Так что, а я так ее люблю. Может, вы подскажете, как надо с этими семенами? Что делать, чтобы посадить? Сейчас, в принципе, есть клубника. Я могу отковырять там пару семян и попробовать посадить. Хочу показать мою гвоздичку. Она маленькая была такая вот, выросла. Ну, здесь такое все. Такие цветочки на балконе. А это, посмотрите, гвоздика засохла. Я все надеюсь, что она оживет у меня. Ну, так вот, мои хорошие. Пошла я собираться, и мы выйдем немножко погулять.